Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Георг Фридрих Керстинг. Ричард Керстинг перед своим отъездом в Ригу. 1843 год. Холст масла 23/15. Художник Георг Фридрих Керстинг. Представитель немецкого романтизма. Наибольшую известность он получил благодаря своей интерьерной живописи. Интерьер как символ дома, религиозная община стала олицетворением эпохи Бидермейер. Традиционным для этого направления первой половины XIX века русле интереса к частной жизни, простым семейным ценностям, можно рассматривать и портреты родственников художника. Один из них представлен в Мюнхенском музее. Автор запечатлел своего брата, получившего место химика в Риге. Он одет в типичный костюм того времени. На заднем плане Керстинг изобразил корабельные мачты. У ног мужчины живописно помещены обычные вещи, которые можно было найти в любом порту. Представленные атрибуты придают этой небольшой по формату картине атмосферу романтики, дальних путешествий и новых перспектив. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Георга Фридриха Керстинга «Ричард Керстинг перед своим отъездом в Ригу, 1843 год». Пока-пока, до свидания.